Сегодня свой столетний юбилей отмечают пограничные войска России. Те, кто защищает мир и покой нашей страны на суше, в воде и в воздухе. Чтобы сохранить память о подвигах героев-пограничников, в России была организована акция «От Ямала до Москвы». Ее инициаторы – группа ветеранов города Муравленко. Специально для акции был изготовлен пограничный флаг, который по принципу эстафеты передавался из столицы Ямала-Салехарда в Москву. К акции присоединились и ульяновцы. Накануне праздничной даты на площади 30-летия Победы состоялась церемония передачи флага. Уже сегодня его доставят в столицу и передадут на вечное хранение в Музей пограничных войск России.